Да, здравствуйте, первые наши помощники. А я же вам махнула, чего вы? Я вам махнула. Так, вот здесь мы стоим. Вот напротив фонтана как раз. О, спасибо огромное, ага. Спасибо. Машину да, все, кидайте машину. Богатая, наверное, буду, да? Раз не узнали. Тоже наши постоянные помощники. Ага, спасибо. Да, помогайте нам. Отлично. Спасибо. Конечно. Ага, спасибо. Давайте. Давайте. Уважаемые друзья, вас всех призываю помогать лохматой душе и главное оглядываться по сторонам. Посмотрите, вот плитка, она абсолютно новая. Вот такой плитки собрали целую кучу вчера просто с помойки. Так зачем же ее оставлять там, если это сейчас стоит в несколько раз больше, чем буквально полгода-год назад. Приют задыхается от долгов, а строить нужно. Поэтому я всем вам, как говорится, показываю пример, как могу. Да, спасибо большое. Делать то же самое. Спасибо, спасибо. Здравствуйте, наши постоянные помощники. Опять полная машинка у вас, да? Отлично. Отлично, да. Просто так не ездим, да? О, отлично, отлично. Отлично, спасибо. Спасибо большое. Так, да. Маша наша, главный поставщик корма. Спасибо тебе огромное. Много нам всегда заказывает Маша через Озон. Спасибо большое. Для меня очень удобно Озон заказывать. Если вам тяжело самим довезти корм до приюта, я понимаю, да, потому что Московская область, то улица Гагарина, дом 124 в городе Чехове. Туда можно заказать, оплатить корм и через нее. Да, спасибо большое. Спасибо. Так, приехала Вика. Разбери. Вика наша. Ну там нет ни вакцины, ничего, что в холодильник ничего нету, да? Отлично, хорошо. Вика, вот. Как всегда, у нас полная машина. Вика у нас ценный человек, как всегда, куча лекарств. Смотри, ценных. Это система. Это я вижу, да, разберемся. Ой, байтрилка, тазал, во. Самое ценное. Сейчас, кстати, да. Все пропадает, да, и байтрилка, тазал, наверное, все уже. Дорогие друзья, здесь больше, чем на 40 тысяч. Одному человеку даже не потянуть это все. Это вот спасибо Маше есть, спасибо Анжелике, вот благодаря ей купила пронолин сегодня. Кстати, пронолин. Спасибо огромное, спасибо. Вот, весь, что был в аптеке. Ага. Пронолин. Левомиколь рука не поднялась. 259 рублей 40 грамм. А я 200 плачу за 250 грамм. Так, Лиля, разберешь? Да, да, кидай там пакет. Давай. Тирамицин, что здесь? Здесь вот еще Татьяна передала доксициклин, это, ну, глазки еще ветеринарные. Ага, я поняла. Угу, угу. Подожди, здесь где-то мне надо ей в руки отдать.
что в подарок. Ребята, нам пришлось срочно заехать в магазин, потому что в вольерах некуда воду наливать и нечем убирать. Мы потратили 30 тысяч сейчас, ребята. Все, что сумму удалось сгрести, 30 тысяч у нас ушло вот на это все. Ребят, на день рождения прошу в подарок какой-нибудь шуруповерт. Плоскогубцы. Все, что можете подарить. Мы будем сажать, облагораживать будем приют. Покажи, что я привезла. Это куст пиона. Неделю у меня прожил в гараже. Ждал, пока... Это привет от Любы. Покажу, как мы выкапываем. Так, вот это надо прикопать. Ну, это потом нужно сделать. Ё-моё, он тяжело. Сейчас будем собирать. И что, кошки это тоже поедят? Да, не знаю, посмотрим. Нет, гоняйте. Так. Теперь высыпаем корм тоже сюда. Вдруг прорастут. Землю привезла из Тульской области. Тоже смешно. Ну вот смотрите, я цветок посадила. Леон называется. Пион Леон. Еду, не смей! Нельзя! Нельзя! Прямо ствол! Ладно бы листочек. Вон, идите ведром играться. Вот молодцы. Брысь! Брысь, сказала, легла тут в тенечке. И ты брысь! Брысь! Страдалицы две ходят вокруг. А теперь им это недоступно. Вот такую сетку мы поставили. Все. Будут пионы в приюте теперь. Вон, пришли. Два вредителя пришли. Что тут творится, а? Любопытные коты. Эй! Любопытные коты! Это же наши коты ищут дом. Чудесные, просто чудесный, красивый кот, уже кастрированный, ласковый, красивый. И собак не боится. Скажи, я хочу домой, я ищу дом. Давай тебя еще вертикально снимем, а то Вика опять будет ругаться. Да? Скажи, я шикарный, ласковый. Ласковый, хороший кот. Домашний, скажу, в доме живу. Ищу дом. Второй под машиной. Товарищ, ты вот куда залез? Вот куда ты залез, а? Эй, тоже кот кастрированный, вообще безумно ласковый. Крыс ловят на раз. Выходи из машины, ты остаешься. Выходи. Давай. Пойдем. Идем к брату на клетку. Давай. Какой умный, деловой. Ничего не бояться, а? Улыбнитесь, вас снимают. Устала? Устала. И я устала. Ребят, это перекур. И сейчас по новой побежим.